Ремонт дорожного покрытия на улице Богдана Хмельницкого. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» предупреждает о проведении ремонтных работ на улице Богдана Хмельницкого 9 сентября. Как сообщает пресс-служба корпорации, с 05:00 до 20:00 9 сентября на участке от дома 10 до дома 12 по улице Богдана Хмельницкого движение транспорта ограничит в связи с ремонтом брусчатки. Избежать пробок на этом участке поможет только выбор другого маршрута. По материалам сайта newsgro.com.